Ситуация в Темриэле такова. Есть три юных сильных альянса, раскиданные по континенту. А в центре находится Сиродиил. И там творится абсолютное безвластие. Итак, Сиродиил — это большое яблоко раздора, плодородный центр континента. К тому же это символ власти над Тамриэлем, коим является башня белого золота, на протяжении уже тысячелетий олицетворяющая центр империи. Таким образом, у каждого альянса есть свои причины, которыми объясняется их желание править Сиродиилом. Однако основной причиной можно назвать слабость империи, Сиродиила и правящей аристократии, Тарнов, в то время как все три альянса невероятно сильны. Итак, империя слаба, однако ее правители хитры и коварны. Сейчас на кровавом троне имперского города восседает имперский регент Кливия Тарн. А ее отец — председатель Совета Старейшин, его зовут Абнур Тарн. Он очень старый, но тем не менее невероятно сильный и коварный боевой маг. Вся его семья поколениями тайно поклонялась Дейдре. Когда он замечает угрозу и неизменный интерес к Сиродиилу, исходящий от трех альянсов с территории континента, он обращается к старым союзникам — Дейдрам и некроманту лорду Манимарко, главному представителю Молокбала в империи. Как только альянсы узнают о связях Абнура Тарна с Дейдрами, у них появляется еще один мощнейший стимул — отправиться в Сиродиил, свергнуть и уничтожить Абнура. Все альянсы сами по себе очень разные, и у каждой из них свои причины и основания, по которым представители решили отправиться к центру континента. Все они исходят из личностных амбиций и мотивации трех альянсов, потому как причины, по которым они решили отправиться в Сиродиил, отражают ценности фракции в целом. Ковенант Даггерфолла. Причина, по которой его представителям кажется, что они обязаны ввязаться в эту войну, корнями уходит в их глубокую историю. Правитель Ковенанта, верховный король Эмерик, бретонец. Он, скажем, историк-любитель, занимающийся имперской историей, и для него очевиден тот факт, что когда империя сильна, жителям Тамриэля прекрасно живется и никому ничего не угрожает. Поскольку империя целиком и полностью человеческая затея, а они, ровно как и Тамриэль, терпят поражение за поражением, то задача взять в руки факелы и призвать эльфов к ответу легла на плечи Ковенанта. Эбонхардский пакт. Их больше привлекают всяческие таинственные вещи. Когда члены пакта узнали, что планете Нирн угрожает опасность, они приняли решение мобилизоваться для защиты Нирн. Альмалексия, одна из живых богов храма Трибунала и одна из представительниц Эбонхардского пакта, приняла это к сведению. Гадатели по кристаллам, жрецы и чародеи сказали ей, что Молокбал представляет собой вполне реальную мощную магическую угрозу. Теперь, когда империя стала сотрудничать с Молокбалом и Манимарко, терпеть ситуацию стало невозможно, и Эбонхардский пакт решает собрать все свои войска и отправиться маршем на Сиродиил. Третий альянс. Альдмерский доминион существует под предводительством королевы Айрен из высших эльфов. И у нее свои причины перенести войну в Тамриэль. Геополитические, а вдобавок еще и личные. Прежде чем ступить на трон, Айрен была искательницей приключений в Тамриэле. И изрядно пострадала от рук Абнура Тарна в имперском городе. Айрен видела гнильцу в сердце Тамриэля и верит, что настало время эльфам вернуть свое право на трон и башню белого золота, которую они изначально и построили. Также Доминион жаждет избавиться от кровожадных подстрекателей, людской расы, которые, империя за империей, топили континент в реках крови. Настало время эльфов войти в Тамриэль, выбить оттуда людей и вернуть все на круги своя. Что в этом хорошего с геймплейной точки зрения, так это то, что у каждого альянса есть свои самобытность и настроение, собственные цели и способы достижения. И игроку, играя за каждый альянс, предстоит испытать это на себе. Игрокам придется воспользоваться всеми способами и попытаться достичь целей каждого альянса, когда они будут играть и смотреть на историю войны альянсов. Это отличительная черта всей серии Elder Scrolls. Нет единой правды об этой вселенной. Каждый видит детали по-своему, исходя из своего воззрения на мир. И это то наследие богатого и глубокого мира, которое мы взяли и расширили для Elder Scrolls Online.